Азербайджан сейчас каждый день нас унижает. Едут они в Шуши какие-то с турками, подписывают стратегические договора, унижают нас, оскорбляют нас и так далее. И Путин думал, что ему сойдет с рук. Но большой Бог есть. Как они из Херсона убежали, да, русские войска. А Херсон многие не знают. Да, это Украина. В современном понимании однозначно. Но вы знаете, что Херсон – это серьезнейший пункт или город, или регион, связанный с российской историей. Многие не знают, что граф Потемкин там похоронен. Суворов связан, поэтому их памятники, они не просто так их памятники там поставили. То есть российская история серьезно связана с этим регионом. Как они ушли? Они думали, что они все смогут переварить. То есть все предательства к армянскому народу. Поэтому Путин пусть будет знать, что нельзя идти против Бога. Нельзя идти против принципов. То есть он думал, что ему все можно.